преддверии Нового года самыми настоящими волшебниками для двух юных новошахтинцев стали губернатор Ростовской области и глава администрации города Новошахтинска. Сегодня в копилку исполненных желаний Михаила Мирона и Матвея Чобана из Новошахтинска добавилось еще одно. Миша очень любит мультик «Дикие скричеры» и давно мечтал о машинке-трансформере, а Матвей давно мечтал об игровой приставке PlayStation 4. Ребята написали о своей мечте на елку желаний. По поручению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева подарок Матвею вручает глава администрации города Новошахтинска Сергей Алексеевич Бондаренко. Друзья, запомните, работайте, учитесь, слушайте своих родителей, и все в этой жизни получится. Как только что-то из этого не будете делать, так где-то на каком-то этапе спотыкнетесь. Поэтому хочется, чтобы вы и шли очень хорошо, крепко, и все у вас получилось. Под Новый год мечты сбываются.